Нет денег, нет игры. Баскетбольный клуб «Одесса» может не сыграть в новом сезоне украинской суперлиги. «Акулы» и еще три клуба не заплатили 50 тысяч гривен за участие в чемпионате. Стартовать турнир должен был еще 5 октября принципиальным противостоянием «Химика» и «Одессы» в городе Южном. Начало состязания перенесли на 10 октября, предоставив командам возможность решить финансовые проблемы. Крайний срок оплаты прошел, и какая судьба ждет «Одесситов», пока непонятно. Мы связались с президентом клуба Олегом Бычковым. Ситуацию в целом он комментировать отказался и сказал, что в данный момент руководство занято поиском спонсоров.